Здравствуйте, это Маша Игра Клондайк. Не поверите, сегодня совершила подвиг. Я вот эту штуку получила уже, ну, скажем так, давно. Миниатюра для съемок. Но она такая огромная, что я никак не могла поставить. Но решила, ладно, я все пораздвигаю. И, наконец-то, я поставила. Итак, я думала, мы ее откроем и забудем. Нет, 10 раз. 10 раз можно получить подарок. Ну, это так точно стоять долго не будет. Будет открывать раз в сутки, потому что... Ну, зачем такое большое делать, я даже не догадываюсь. Да, подарок, ну, нормальный, да, неплохой. Но размеры-то какие огромные. И на этом все. До новых встреч.